Супер! Мне это очень нравится. Да, бывает такая херня. А на x10 могу зайти? На x10 могу. А Давайте, что с кислым? На x3 тоже. А на x2 С нет. кислым поинтересней будет, да? А у кислого есть айфон? Кислого все есть. Вот можете его за место меня, вам мобов. Чё ты так жаждешь слиться на замену? Не понимаю. Ну и чтобы вы убили, чтобы не мучились, а убили. Ты понимаешь, что у тебя тоже. А ты считаешь, ты корень проблемы? Ну, типа контроль будет дополнительно, а я-то вообще ничего не делаю. У тебя большое количество. Мы убили Аларов, две совы, одного или и три лока было. Сейчас нам не хватает только одного лока. Разница невелика. Я не знаю, про чего он контроля хватает, он ДПС много дает. Его менять вообще нет варианта. Что вам я скажу? Меняйте меня на время. Ну, был бы еще на кого, конечно. Вон шторм похилил. А, ну кстати. Шторм похилит кислый в сове. Лех. Чё? Ну чё, шторму в хила, кислого в рейд, пока парень зайти не может. Будет три совы. Даже стрим включить, смотрите чё. А чё, вон Тимыч сидит на замене. Давай кислого в рейд. Кислый тайфун, надеюсь, каш. Три совы, нули и лемов. Нахуй лемы не есть. Зачем лем? Здесь есть демон лук. Ничего не услышал. Шторм, ты, короче, в ресторе. Хорошо. Знаете, как мне это нравится. Один раз перезагрузить роутер, сразу же все охуенно работает. Тут на форуме пишут, Петя, говорят, на X2 не нужно. Че, все, минус интернет или что, или перестало лагать? Че вы там, соберетесь, нет? Кислорода сейчас на ней были. Кислого смоть. Сам, блин, на пол. Где я стою? С тополины. Первая, вторая платформа. Какой? Третий был по счету? Да. Блин, первая, вторая это с рейдом? Слева направо. На миникарту смотришь, шторм? Да. Видишь? Кто, да. Это без рейда. Слева направо по часовой стрелке. Первая, вторая. Все, тихо. Тотем только от огня тут, нет? Да. Танк, сова. Сова тайфунить. Тайфунить? Да, контролить как боженька, тайфунить как орел. Так, стоянда. Тогда я за тайфуном. О, началось. Да. Это вчера спик переделал. Тотем от огня не стакается с аурой паладина. Мне нужно, чтобы просто ставил Fire Resist, потому что я периодически, когда мы бежим вот с четвертой и с третьей платформы, нас аура холика не достает. Только когда мы приходим на вторую платформу, его аура начинает работать. Кисло, может, ты поанонсишь, а? Тебе проще. Чё поанонсишь? Ты вообще все, ты контролишь? Проще. Контроль, черья, фир. Кислый тут не было еще за РДД. Я просто столько ДПС теряю, просто пиздец. А у тебя что, на кнопке стоит? Нет, 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 стоять, ребят. В квадрате. На второй фазе. Если я на голос поставлю, будете слышать мою клавиатуру и периодически Ничего моего страшного. Деда. Мы это переживем. Просто кому не устроит, в мут тебя кинут, да и нормально. Да нет, это раздражать будет жестко. Кисло, Сташка готов. Подождите, у меня еще присмотреть надо.
Кого с опротом меньше 20 минут, я рекомендую его перепить. Офигеть. А вот девка... Это девка играет на сове или кто-то другой? Я в два окна. Мне кажется, что это не девка играет. По-любому не девка. Урона мало, не разговариваю. Слишком подозрительно. Чё, кисло, сумануть тебя, нет? Суманули и перекинуть его. 10к это мощно, блядь. Ну, Делорус, я как бы это... Ну, у меня тут лута нету, я сюда вообще ходить не хочу. Ну, блядь, хожу же. Там этот, со следующего КД в каждого босса печеньку засунут. Не по две, только по одной. По одной. Евреи. Типа, с каждого босса будет падать печенька. Ну, видишь, не зря я ныл на форуме. Соки-то хоть не будут удалять дополнительные? Нытик. Нет. Не насосало на ныл. 4 бота, 4 печеньки, получается. Ну, это уже лучше. Дай проверку. Быстрее люди наденутся. Подождите. Останавливаемся все на позиционку, ждем кисло. Сопрот-то не забудьте обновить. Каски можно тоже обновить по рейду. Надо все-таки, чтобы кислый поанонсил контроль, потому что ему видно там все, чтобы запускали по два моба. Кислый сможешь? Подожди, подожди. Кислый пока врубится за салу. Ну да, он же, блин, не был с нами тут. После убийства, салу. На убийстве. Ну я не вижу просто контроль. Вот в прошлый раз Гена контролил, и он все прекрасно видел. Он анонсил запускать по два там, кого там стопорнуть, кого там еще что-то. А я нихуя не вижу. Вижу только переофир, все. Когда молот подходит. Че так кисло долго-то? Так, баху дайте. Баф, дайте по кислому. Туся носит тот, кто запускает адов и все. Я и говорю, чтобы контроль анонсил. Делорус, твой звездный час. Так, твоя задача теперь, давайте, рассказывайте. На второй фазе... Дамажишь и мобов контролишь на второй фазе. Дальних мобов откидываешь. С какой стороны, где я стою? В рейде? Да. Да. Рейдом постоянно везде. То есть видишь, что больше двух мобов заходит в мелкого, даешь корни, даешь тайфун, откидываешь мобов дальних. Дальше, если, ну, если больше двух мобов заходит в этого мелкого, то есть там смерть даешь. Все так же с правой стороны заходим, да? Да. Все готово. Все готово. Поехали. С Богом. Что там раньше пуляет? Что началось-то? Опять саппорт, блядь, спортер. Фу, блядь, припод. Второй пул подряд, нахуй, съебали. Иди подальше немножко, то РДД сейчас, блядь, опять обосрутся. Каст пошел. Перебежали.
Christ. Чё вообще-то? Кстати, Войт, старайся притягивать. Я на видосе видел очень много моментов, где ты просто стоишь и не притягиваешь. Ты про вторую фазу? Ну и про первую тоже. На первую он грипает. Ну, там. Сало моба контроль. Он забирает. ФД есть у притяжки. Не, на второй это вообще не притягивал. Постарайся. Тихо. Каст пошел. Прибежали. По лужам только не бегайте. Пойди. Иди, маленько. Забрал. Прибежали. О, слаки. Встаньте немного левее, тут лужа ДКшна. Вот, Войд, подойди кого-то, страхани 10 секунд. Сейчас. Прожил. Забрал. Процентаж. 12%. 11%. После коста забирает. Стопните. После коста перевозим. Вот здесь поднимаю его. Там кто-то другой поднял.
Пустите мобов, все, стопните, что, стопните, весь пап контролите. Мобов много. Сейчас пойдет. Назад. Переводите быстрее. Лужа Эммануэль Генти. Мозер, обнови сопрот 3 минуты. Мозер, Азария. Усталость, четвертый. Фир, у тебя. Фир на какой? Последний. Спасибо. Четвертый? Понял. Перья. Пошли. Дайте паспорт, пожалуйста. МС-1. Да, пойдет. Это ваш первый закон. Наших пока стопорнить. Ладно, дай каску, пожалуйста, по местам. Перья. Перебежали. Ретит, господи. Дайте больше ДПС. Перья идут. Убиваем и стоим. Стоим. Убежали. Что на втором? МС-1. Что на втором? Заходит один. Может быть спокойно. Могу идут. Войт, притянешь одного? Хорош. Перья. Перебежали. Вошел в рейд. Килл. Четверо снизу заходят, дай купол. Где купол? Перья. Прибежали. Шторм сам. Да, после. В лужу, встаньте в лужу, ДКшно. Бан, крестик отпустите, переконтролитесь. Перебил. Контроль. Сейчас зайдут два. Перья пошли. Пусть заходит. Перебежали. На краешек встали. Пусть заходит. На третий стоп-каст, да? Фир на третий. Не, на четвертый фир. Стоим тут. А. Дальше не проходите. Фирия. Фирия.
Перебежали. Забрал класс. Нет, пускай. Дам одни корни, не контролить. У нас один. Стоп, касс. Войд, притянешь? Слева расконтролить мобов. Хват, просил. Блять, мобы за... Гим какой-то, блядь. Стоят, блядь. Мосс, улезайте. Касс, Кирилл. Лёг, ты лагаешь. Перебежали. Упал. Пусть идут. Упал. Кават упал. Контроль мобов. Крик. Вот, есть притяжка? Притяжку надо. Лужу встаньте. Лужу докрасить, встаньте. Лужу. Фер, дайте по... Фир. Лёв, выходи. Берия. Перебежали. Перебежали. На край. Купол откатил. Блять, хуёво откинул. Сейф по рейду, пизда. Кислый, вытаскивай корни на 15 секунд. Короче, Ген, а мобов все не катят? Нет, на 15 вытаскивай. Лучше мобов переконтролить. Хуёво, стоят два моба в бане, блять. Перед мелким, вот я прибежал на третью платформу, стоят два моба в бане, весь рейд практически на фул, блять. Почему вы не можете отследить и перебанить? Типа отпустить этих двух мобов, остальных забанить. Баны хуёво отслеживаете, локи. Типа, блять, ну реально, бан сняли, все, мобы дошли и взорвали сразу. Минус два ебучих моба. Минус контроль, грубо говоря. Луцинь, долго диспелишь. Очень долго. Че, ребят, просьба, когда мобы появляются, не надо их сразу откидывать, потому что они тогда в одну пачку объединяются и получается жены, непонятно. Когда появляются мобы, не откидываешь. Откидываем только, когда подходят уже. 15 и... на 12. Там на 12, по-моему, нет. Это я сейчас последнюю пачку откину. Ну ставь на 15, на 15. Я на 12 есть. Не, ставь на 15. 12 вроде бы мало уже. Ох уж эти совиные шифры. Ну точно не больше, потому что лучше дать повторный контроль, нежели стоять ждать моба, который неожиданно может выйти. Рыбу поставил. Чё, Гена, поносишь? Коваты не прохилили. Потому что мозг упал, наверное. Я не доставал по ним. На первой фазе, на первых двух мобах, на мобов, то бишь аларчиках, не надо ничего откидывать. Там нужно кормить. Откидываем только уже на третьем, на четвертом, когда они начинают накапливаться. Я это уже третий пул говорю, кстати. Жмен, ставишь галочку отгружать все уровни заклинаний. Там находишь корни на 15 секунд. С Полина зашла. А можно нормальный пул сделать, пожалуйста? Биба готов? Нет? Да. Еще раз. Лех, мы не будем Полину штормовали? Пока что. Ну без лужи хуёво. Чем? В том, что вы не кормите на это, на первой, второй платформе вы хуёво кормите мелких, а вот это хуёво. На третью платформу мы должны приходить без мобов. Если мы на третью платформу приходим без мобов, естественно, блядь, всем лево. Вася, готовы. Поехали. Давай, чё?
Веди левее. Жнан ко всем встань. Пусть идут. Пусть идут. Пусть идут. Дальше босса проводить. Пускай ближние идут. Близзард по дальним, дай. Держи в Близзарде. Там под, под боссом просто идут двое. Переконтрольте корни. Либо не держи в Близзарде. Аст. Пусть идут. Ой, по корням циклон. Вот я сам дам. Пусть идут. Дальше проводите босс. Проводы упираются. Пусть идут эти двое. Не надо их контролить. По дальним корням раскидайте, переконтролите. Серьезно, блин? Пусть идет. Вот Сейн, кислый, кислый лоб. У меня 2 минуты. Тогда этот масса кислый, кислый лоб. Сейчас только взорвутся. Отпускайте бомб. Я что-то лагает. Проводи. Отпускай Близзард, не надо. Отпускай. Вдвоем заходит ромбик и под босс. Да. Пусть идет.
Корень не надо, типа, пусть идет тоже. 5 секунд заберу. Забираю. Слэн, лови ты перья, блин. Сколько процентаж? 9. Топайте. Вот пак пусть заходит, который босс рядом. Вот два моба идут. Отпускайте ромбик. Перебаньте. Моссы, я сам продюсер. Не бейте босса. Отпускай Blizzard. Пусть идут двое. Каст. Прибежал. Переводите. Смотрите на локи. Навели все бафы. Вопрос проверьте. Резист дяди спал. У рейда фир. Второй какой? Стоп-каст. Третий. Ярость. Четвертый слабость. Короче, смотри. Слабость что? Да тихо вы. Калац, смотри, на тебя появится сейчас два. Перья пошли. На минус маф урон. Так что перебежали. В луну встали. На минус без урон. Проеби тебя, проеби еще война. Два бана дали. Зачем жена не откидывайте никто? Два бана дайте логи. И все. Лёг, без урона минус. Стоп-каст. Ой, отвернулись. Отпускайте ромбик. Пусть идет. Перья пошли. Отвернулись. И перебежали. Вон устал. Прохили. Быстрее прохильте. Отвернулись. Сынят там чем. Отвернулись. Перья пошли. Добиваете. Перебежали. Появляются мобы, никто их не откидывает. У нас два. Отвернулись. Не откидывайте. Пусть заходят. Вот тут встали в луне. Стоим. Это стоп-каст. По воздуху пусть оба идут. Стоп-каст. Дар. Ромбик отпустите. Перья пошли. Перебежали. Пусть трусы идут. По воздуху тоже пускай оба заходят. Два мама будут на этот последний. Вот. Пусть идет по воздуху. Забрал. Это дизарм, да? Говорите. Да. Стоп-каст на втором, да? Пусть идут оба. Перебежали. Перебежали. Ой, дай. Не откидывайте, не надо. Пусть идут. Два бана дайте. У нас два моба. Сейчас зайду. Блять, на всякий купол. Купол дай на всякий элдер. Купол нет. Дай. Элбрил. Что так долго, дайте, блядь? Пусть крест идет.
резиста, этот, Жнайр, да, арбест. Перья пошли. Перебежали. Я арест на резист, вот и. Пусть заходят оба. Следующий какой будет? Сагро? Первый. Да. Ой, ну... Что? Стоп-каст будет. Второй стоп-каст. Перья. 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 Перебежали. Добивайте. Не откидывайте. Дальних контролей шанкил. Эти пусть идут. Там два бана, просто дайте по ближнему, все. И пусть идут. Войд, притянешь? У нас один заходит. Дайте прохил по недуваге. Лёха, иди. Бана отпустите. Переконтрольте бана. Это третий какой? Это третий какой? Агро, агро, агро. Перья пошли. Перебежали. Пусть идут по воздуху оба. Сейвы вообще какие-нибудь есть? У Лёхи массаж. Отпустите ромбик, если можете. Через 15 секунд купол откатится. Перья пошли, аккуратно. Перья. Перебежали. Вот сюда встали. Нас аура холик достает. У Серёги дальних, купол чуть-чуть. Ближних дайте два бана. Остальных ближних. Два заходят. Серега, если что, готовься. Я откинул. Понял. Нормально, нормально. Добивайте. Жена нас кинь. Все, перья пойдут. Рано, рано. Подходим, стоим, перья стоим, идут, стоим, ждем. Перья идут, стоим. Просто ждем. Команд, забежали. Геру дайте. Геру дайте. Давайте. Здесь что? Топ. Топ-каст. Сейчас с контролем надо будет жестко очень. Как появится, сразу откину. Никакой контроль не давайте. Следующий работает. Стоп. Эрия пошли. Прибежали. Никто ничего контроль не дает. Кидываю и потом контролить. Дай купол. Да нормально, не нормально. Да. Стоп. Вот по воздуху откинь. Идут. Откиньте, по воздуху идут, по воздуху идут, откиньте. Стоп. Вот сейчас хуёво надо откидывать. Перья. Перебежали. Перебежали. Уже есть ДК? Стоп-каст. Прям в упор к Фениксу. Могу, подходите, да. Совы, откидывайте. Проходите, ну, наверное, где откинь. Чуть-чуть осталось. Поконтрольте. Стоп. Стоп-каст. Иду откидывать. Кисло, подходи, пожалуйста. Откидывай. Откидывай. Кинул уже. Перья. Перья. Да. Наконец-то. Великая победа. Дамия, блять. Чем я средаки? Отказываемся от лута. Куда Лёха ушел? Просто нахуй. Да лут говно. Опять. И отказываемся от лута. Я средда кикнула как-то, блядь. Где дезурон кикнул? Дай пать. Говорит, бесполезный. Дай пать. А можно хоть пета порулить? Чё-то... Ничего нельзя ролить, все уходит мне, а потом я это разраливаю. У меня босс неактивный. Сука. А тут ничего не упало. Ничего не упало. Я вижу, что хуйня упала. Пойду курить. Это все происки дезурона.
Ну вот, молодцы, постарались. Так, начинаем, знаешь, с самой херни. Рольчик кому надо? Я пошел курить, короче, хуйня лут. Вообще хуйня. Наполнейшая. Резистки, дай трейд. Не, ну кому-то нормально. Кому-то хуйня. Так и живем. Ну что, самый полезный лут с босса? А тринка на мана реген, она нормальная с этого босса? Такая же, как с Долорана, только... Вага, дай на транс. Тринка такая же, как с Долорана, только 284. Если никто не отрубит, я на транс возьму. Бигбабл, топовая триня. Обалдели. Хороший же ствол, вы чё? Да он с хостой, кому это говно надо, ну? Ну бери на транс. Я тоже ролю. О, началось, блядь. Ну на транс. Пушка. Ах ты, сочка. И её оставляю себе я на транс. Блядь, паладин, ага. Покидай трейд. Красивая пушка, кстати. Мэн, спек. Ты где он? Оф спек. Куда свалил? Да ладно, я у босса стою. На, пусть. О, шторм, ГЦ. Ну я на оф. Да-да-да, ГЦ. Это мой грудок. Кинешь мне трейд шторм. Да-да. Мэн спек. Эпично. Красиво. Ну что, типа все что ли? Ну, приору резист. Трейд резист. С роллом один. Все, дуем на звездочета. Че, ну, можно на... Я уже в Долоране. Или нет? Ну ладно. Нет, ты не ролил. Кидай ролл. Я... Че, Лех, можно на Вара, да, зайти? А, этот, я хочу глянуть вторую. Резист, фазу. Отдавай, подожди. Хочу глянуть вторую фазу. Кстати, по поводу усилков, все усилки обратно в дома охуялись. Ну, блин. Мы там размышляли, Лех, по поводу соляра. Там, да, резист, отдавай Неликсу этот оффхенд. А Хилан тоже все усилки обратно? Да, всем усилки обратно. Неликс, скажешь, когда... Вага, объявь перерыв на 3 минуты. Да, пока что перерыв 10 минут, у вас есть покурить, плюс усилки перегинуть. Все. Далее? Да. Вага, ты ИП давал за Алара? Нет, лут еще. Сейчас вот начислю. Короче, я подумал... Вы что, усилки в стамилов кинули? За Алара надо начислять 1.5. Ну, я согласен. Трибор. Да, ну, очень сложный босс, реально, блядь, напряжный. И рандом много. Хорошо, давай в два раза больше, чем за роботы, 1200. Ну, 1200, да, нормально. Давай, блядь. Я бы вообще 10 давал бы. За келли. Чтобы, типа, чтобы мотивация была, да, у людей? Да не то, что мотивация. Типа, босс зависит немножко от рандома, и босс зависит от исполнения. Ну, 2 косаря тогда смело давай. Хоть будут идти типа, сюда. Типа, очень босс сильно зависит от степени контроля и понимания рида. Рассказываю, у нас первое убийство идет x2 ИП. Вам дали за робота 5000, за Алара 10000. Но эти цифры ненормальные. За обычное убийство получается за робота 2500 должно быть за обычный килл. За Алара 5000, но это перебор. Так что всем урезаем на 90% ИП. Ну у нас как бы, да, в гильдии уже сумасшедшее количество ИП. Ты еще не набрал. 20% урезания идет каждый этот. Я понимаю, Лев, те, у кого 80 тысяч с них кусков, 20 тысяч снимется, все равно ИП просто перебор в гильдии. Че, келли убьем, обнулим? Оно бага все равно потом в норму придет со временем. Не быстро, но придет, согласен. Усилки в ДД все, да? Все ДД.
Да. Убирают у тебя минусилки. Мне надо сегодня фазу, и чтобы у меня было размышление на завтра, блядь, что делать с второй фазой. С первой фазой мы определили, что надо делать и как надо делать. Мне надо размышление на завтра, что делать со второй фазой. Ну, чтобы... смотри, что там делать. Там 6 мобов, да, появляется? Чтобы завтра пришли на вторую фазу, грубо говоря, и траили уже вторую фазу. Они думали насчет того, что там может быть. Чтобы сразу все увидеть, посмотреть все дебафы, посмотреть, блядь, как танки будут держать мобов и так далее. Они... Как я понял, если мы переводим без адов с первой фазы, их если с ними, то их становится 8. Нет, там, там 6 мобов появилось, Вага. Точно, не 8? Да, 6. Да, я смотрел. Там 6 мобов появилось, даже если мы с адами перевели. Значит, их можно игнорить последних двух вообще. Но они все равно же кастуют всякую хуйню. Кто что забрал? Единственное, что меня смущает, то, что босс начинает водиться. Босс начинает водиться. И он что-то нихуя не кастует. Вот что меня больше всего смущает. У нас до окончания перерыва 7 минут или 2? 7 с половиной. Типа босс нихуя не кастует. И, блядь, он начинает водиться, потому что я босса водил. Там, если вы не заметили, там появляются 3 луча, которые идут в босса. Там мобов 6, их надо просто по 2, наверное, танков забирать. Скорее всего, на последний... Один раз. Держит всех, 5, пятерых. Один одного. Одного сливают, второй там, ну, забирать по одному, да, утягивают. Пятерых, пятеро его ваншотнут. Но они по хуйне вроде бьют. 12 тысяч бьют по хуйней. 5 мобов будут бить тебя под 60. Если один так пятерых не удержит, значит, типа... 2 танка, как держит там еще, по 2, 3-2. Там или по 3, или по 2. Там на последней фазе он не кастует уже эту хуйню, что надо меняться, типа там один танк нужен. И просто 3 танка по 2 забирают. Я какая... нашел Кирса на замену и Алару убили, да? Ну, а так... какая магия на Соляре? Я доказал, что лемы бесполезны. Запрос типа совы опы, лемы дерьмо. Типа 3 совы лучше, чем элем. Ну контроль охуеннее у них. А чё, кстати, меликом делать с этими мобами? Бить босс. Мне кажется, ничем хорошим не будет, потому что мы поменьше, но, конечно, ладно. Не, меликом надо будет бить босса однозначно. А РДДшникам надо будет сливать этих мобов, потому что за каждого моба снимается процентаж босса зервануть, потому что у босса тоже отнимается хпшка. То есть если танк нормально будет стоять этих мобов, то можно и босса зергануть. Я зачем шел? Просто босса выводишь и 2 танка стоят, просто тащат. Тут другой момент. Появляется ли провидец, блядь, с этим жрецом, блядь, на ласт фазе? Нет. Последний раз, вот мы когда перевели, там провидец и жрец исчезли, и мобы появились. Значит, ближе к фазе, ближе к фазе. Будется интересный день. Че, Джокина Лара забили на этой неделе, а? Сегодня пошли?
А вы скажите, мы после первого килла... Как я уже два раза убили Алара на этом КД, они тоже убивали. Как и Роб. А мы после первого... Они уже убивали? Да. А мы... А эти Агвар сидят, троят это... Алара. А мы сколько КД Алара пропустили после первого килла? Одно. Ни одного. Ни одного или одного? Вы на той неделе убили Алара. Не, мы одно КД пропустили Алара. После его первого убийства. То есть его убили там, или то ли, блядь, во вторник. И на этой же неделе, типа, когда в четверг обновляется, мы в субботу. То есть как-то... Лёха, лагаешь сильно. А по роботу, сидеть. Кстати, по роботу мы не пропустили КДшки. Вроде как. Лёха, что там это за фигня, что у тебя то иногда нормально, то лагаешь, хрен знает чё. А, блядь, хуй его знает, что-то с Дискордом просто. С удовольствием бы не лагал. Сколько там перекура ещё? 2.5 минуты. Чё там, сумма нет? Как начнёшь просто... как терминатор говорить, а потом всё нахрен. Кто не АФКшит, сумоньте людей. Блядь, если бы не дал массакру, если не дал бы массакру, отлетели бы на 5 стаках. А что там, кстати, с куполом-то было? Что-то очень уж долго. Ну, я в тот момент, когда 5 стаков был в мастер аур, тоже могло, да, плохо кончиться. Что-то вага, я не видел ауру. Не доставала, походу, до меня. Когда мы подходим, получается, ко второй платформе, аура холика уже работает на всех. А что-то у меня не отображается почему-то. Бафов, наверное, потому что дохуя, у меня все не, было. У меня в одном в пучке, а это отдельно, короче, здесь. У меня, короче, она была показана, что она уже достает нас. Так. Там радиус 40 метров все-таки, дохуя. 40 метров это вообще ни о чем. Да нет, это немало. Не-не-не, ты чего? Это очень мало. Типа сегодня был плюс дополнительная сова, но минус лог и минус элем. И типа убили. То есть, грубо говоря, минус лог, минус элем, закон трила дополнительная сова. Просто... просто была координация. Маги, поставьте портал, пожалуйста. Да, просто этот моб... там мобов нормально сливали мелких, и все было ебись. Из-за этого. То есть мы пришли на третьего, а у нас там, блядь, то ли 3, то ли 4 моба по воздуху идут. Хорошо анонсили просто. В том-то и проблема, что я, блядь, не в рейде. Мне надо танчить последнюю платформу. Да, когда Гена анонсит, заебись. Девка, что было-то? Да, убийство на укула. 15-е место, все дела. И потому ты, что, что был, блядь, мне поставили огурцы ебаные, я на них тыкнул, у меня игра зависла. Все ясно. Просто один FPS, блядь, я отлагал уже, когда у босса было процентов 40. Это, короче, как тогда, да, я тебе диван дал, а ты потерялся. Бери, блядь, утро сдать не могу, бери огурцы, дела. Все, поехали, короче, пойти. Линкани десятку. Да, проверка. Так, не могу добавить. Десятку не линканешь никак. Ну, девятку линкани. Там 10, по-моему, можно. Ну да, 9 можно линкануть, и ты ловишь мут. У меня просто багнулось, я посмотреть не могу.
Так и смысл вы линкуете, там люди контролят ходят, они не ДПСят, конечно. Там дебаф кидает на людей, как ДПС. Там есть два, да, дебафа опасно. Минус магический, минус физический, вот, понятное дело. На РДД минус магический, все плохо. Конечно, что-то как повезло, блядь. Вот именно. А до этого пулы кидалось все время на физический, и это было шикарно. Ну как тебе сказать, для меня магический... Вы просто заранее говорите, потому что его нужно вот как снежную бурю у мага. Сначала нужно выбрать площадь, куда его кидать. Вот, потом прожать. Это не то, что я нажал на кнопку, вокруг меня купол появился. Другому никак. Неликс, для меня точно так же, как для всех остальных. Его не кинуть, точно. А если на физуху, то что? Мне похуй мне вообще. Вот магия минус, да, это плохо очень. Физика вообще не про меня. Патруль. Легенда Лорес, там очень долгий откат. Если она его сдаст не в то время, то будет хуй. Купол, кстати, снизили КД до 2 минут. Было 3 минуты раньше. Это круто. Я и гляжу, что-то он рано начал откатываться как-то. Надо, чтобы снизили до этого, до 10 секунд. Каждые 10 секунд. Чтобы купол. И череда изров по кресту, да? Да, 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 еще можно протпалу сделать 4-5 масс бабл на. Да, да, да. Блять, масс бабл. Масс бабл не контрится вообще ничем. Тогда можно бы было вообще мобов не контролить. Я бы взял бы этот 4 протопаладина. Представляешь? Идет World PvP, пал жмет масс бабл и всех АС прожимает с ёб. То, что урон снижен, это в БФА нивелируется тем, что паладин может нажать бабл и нажать крылья. Всего вокруг не надо никому,